Однажды в старой Дании по сказочному адресу в одном старинном здании придумал сказку Андерсен. И грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную. Так, королева, в общем-то, готова. Вот ее корону я уже сделала. Вся немножко самого серебряной краски. Принцессы на горошине, башмачники и мельники все были огорошены, прочтя ее немедленно. И грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную. Я очень люблю сказку про снежную королеву. Наверное, это одна из самых моих любимых сказок. И самое интересное, что снежная королева мне не кажется в этой сказке плохой. Мне кажется, что она, наоборот, заставила Герду раскрыть все свои таланты, заставила Герду быть мужественной, спасти мальчика любимого. Иначе Герда бы жила без приключений всю свою жизнь. Если бы не снежная королева, сказки бы не было. Поняли по-своему и грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную.